Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня мы играем в криминалочку на Сиродина РП, первый сервачок. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мой ник при регистрации, потому что если вы введете мой ник и прокачаетесь до третьего уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я с радостью отдам вам. Поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. Ну что ж, как вы поняли, сегодня с новой серии я сейчас направляюсь в Приморск, там меня ждет подписчик, получается, и он хочет, чтобы я его принял в семью. Я сейчас его приму и поставлю на заместителя, поэтому сможете обращаться к нему, он будет вас принимать, если что. Сейчас я к нему долечу, в принципе, и мы продолжим. Все, пацаны, я прилетел, прикиньте, я вот подлетал, и меня оштрафовал светофор. На вертолете я летел, и меня оштрафовал, короче, светофор. Вот, Магуэль Путбуль получается, давайте сейчас его приму в семью. Пишем фам-меню, потом управление, пригласить семью. Так, давайте сейчас ему сразу замку, в принципе, выдам. У меня стоят заместители, но они как бы не играют. Нужен будет, кстати, еще один какой-то заместитель. Так, 78 у него, да? Все, я ему выдал замку. Сможешь себе на хату подселить? Так, давайте напишем, да, могу. Так, все, мы уже у меня дома, получается. Сейчас бы вспомнить, как подселять себе домой. Так, давайте хоусы. Вот, подселить игрока, 78-й. Этот игрок уже живет в доме. Все, короче, мы на мотике съездили, он выселился. Сейчас едем обратно ко мне домой. И он тут написал, чтобы вы его в игре находили, короче. И он вас будет принимать Фому, если что. Пацаны, реально, кто хочешь ко мне Фому, то можете его находить. Либо можете мне в ВК писать, я вас буду принимать. Короче, пацаны, как вы, наверное, поняли, меня крашило, поэтому пол видео просто не записалось. Ну, в принципе, мы ничего важного такого не пропустили. Я, наконец-то, подселил себе чувака домой, получается. Потом, что еще хотел сказать, пацаны, находите его, и, получается, он вас будет принимать в семью. Давайте попробуем поднять актив в семье, как-то возобновить ее, поэтому обязательно вступайте ко мне в семью. Можете писать ко мне в ВК, я с радостью зайду, вас приму. Поэтому, пацаны, давайте, кто играет на родине, пишите мне, либо находите, получается, моего заместителя, и мы примем вас к нам в семью. Так, все, я приехал в банк. Что я хотел вам рассказать насчет банка? Это то, что мне, получается, Максим Путбуль подарил. Да, он мне подарил 750 тысяч, за что ему большое спасибо, потому что, как вы знаете, в предыдущей серии я проиграл все деньги в казино, поэтому большое ему спасибо за такой подгон. Блять, да ебаный рот, сейчас мотоцикл пропадет. Просто пиздец, блин. На скорую помощь вообще людей не лечат, а калечат. Так, все, наконец-то мы добрались до дерби, это суть была этой серии. Так, давайте посмотрим, войти. У меня здесь, по-моему, доступно что? Трактор у меня, кстати, доступен. Трактор? Что-то я этого не помню, кстати. Так, давайте попробуем, нихера себе. Зашел на дерби, давайте напишем да. Я не вижу смысла, пацаны, это все комментировать, поэтому вы будете просто это смотреть под хорошую музыку. It's a
behind closed doors, I'm a fool for your love. Ну что ж, пацаны, как-то так я покатался на дерби спустя, наверное, пару месяцев. И я смог взять 2 флага, пацаны. Это довольно-таки неплохо. Если хотите еще серии насчет дерби, то пишите об этом в комментариях. Либо можно будет вообще запустить стрим и весь стрим, в принципе, кататься на дерби и открывать новые машины. Я надеюсь, что вам понравилось реально это видео, потому что, ну, я старался. Давайте наберем на это видео 50 лайков. Давайте как-то, пацаны, побольше активности, потому что, блин, как-то активность упала по родине, и меня как-то это очень огорчает. Все ссылочки будут, если что, в описании, мой ник, IP и так далее. Вступайте к нам в семью, находите, получается, Мигуэля Путбуля, он может вас принять, либо можете писать мне в ВК. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.